побольнее. На Сантуарио есть зенитка. Уничтожь ее. Грасиас. Хранилище. Лара, я у хранилища. Либертат нуждается в топливе. Да. Поэтому просто зачистить солдат и захватить хранилище. Что? Что? Позитиво. Что позитиво? Снова будем лечить. Лечить, еще раз лечить. Вообще нужно грабить. Нужно крутануть клапан. Сейчас мы кинем. Вот черт! Так. Это кого-то я? Дороги Сальдадос, которые движутся к тебе. Сальдадос! Сальдадос двигаются ко мне. Что дальше делать надо? Думаю, ладно. Надо линять! Я думаю, что надо. Думаю, да. Да, посвященная триаде. Там спрятано сокровище, и его охраняют духи. Я не хочу с ними связываться. Желаю удачи, Кампай. Спасибо. Как раз и нужен. Нормальный дробашек. Что ты направляешься в провинцию Венсехо. Что-то не так? Просто будь начеку. Тамошние солдаты лучше обучены и вооружены. Поднимись повыше и осмотри местность. Ладно, меня не застанут врасплох. Повстанцы застают врасплох лишь однажды. Суэрте, Дани. Ищут. Суэрте. Пламя или ярость. Мой Бьен, пришло время испытать Супрема в деле. Если Сальдадос будут слишком прессовать, сразу врубай. Еще один небольшой момент. Ну-ка. Супрема пока что на стадии прототипа. Ему нужно остыть после использования. Иначе он рванет, и тебе конец. А ты не мог предупредить меня заранее? Просто дай Супрему волю напиться вражеской крови. Что? Ты поймешь, Дани. Ты все поймешь.
Супрема. Наконец-то. Что такое? Ладно, слушай, не буду врать. Я хотел сделать все в одиночку. Но Клара приказала мне дождаться тебя. Мне не нужна помощь. Да мне срать. Лите тоже не нужна была помощь. Но здесь должна быть она, а пришел ты. А я должен быть в Майами. Но моих лучших друзей убили, и теперь я торчу тут с тобой. Ну что, мир? Кончай болтать. Шаг первый. Мы уничтожаем табак. Шаг второй. Отраву тоже уничтожаем. Шаг третий. Сваливаем во свояси, а Кастильо наслаждается приветом от Либертад. Ясно. Бери снарягу. Она защитит тебя от огня. И от отравы. Это даже важнее. Я сюда ходил, не доделал задание. Да. Смена снаряжения. Да-да, используй подходящие средства. Часто это слышу. Лита была мне почти сестра. Нечего ей было делать на борту. Она умерла из-за тебя. Нет. Лита убил Антон Кастильо. Если бы это зависело от меня, я бы погиб вместо нее. Лита была такой, каким мне никогда не стать. И если она любила тебя... Мне это о многом говорит. Хватит. Слушай, если мы идем до конца, то тебе лучше знать об отраве. Ты про дрянь, которую они льют на листья? Называется PG-240. Но для нас просто отрава, потому что от нее хреново. Не вдыхай ее и не давай попасть на кожу. Люди от нее сходят с ума и заболевают. Очень тяжело болеют. А те, кто выживает, умирают потом от рака. Конью. Служил, значит? Снайпер? Или по ближнему бою. Чем занимался? Пушками. Они меня слушаются. В общем, смекай. То, что я тебе дал, неплохо защищает от огня и яда. Но повстанцам нужно снаряжение, подходящее к их стилю боя. Или их перебьет. Давай, осмотрим все отсюда. Даю, даю. Посмотрим, что тут у нас. Пробей в них дыры, чтобы выпустить яд. Интересный факт. Отрава и огонь – адская смесь. Да. С распылителями также. Их не просто угробить, но огонь справится. У тебя есть огнемет. Есть Супрема. Пора, наконец, прикрыть эту сраную лавочку. У нас с Литой был ритуал. Чтобы настроиться перед боем. Песня. Имьянто. Да либертат. О, Белла Чао. Белла Чао. Белла Чао, Чао, Чао. За Литу. За Литу. Устроим тут бардак, Дани. Вперед, вперед! Хуан, этот Супрема просто перфекто. Си, и не забывай, чтобы зарядить эту красотку, достаточно убивать Сольдадос. Она просто потрясная. Короче, такой у нас... Bueno.
достали. Валите отсюда! Так, осталось 2%, то есть где-то что-то здесь еще надо жить. Меньше тут. Я жду тебя у вышки. Я скоро. Тебя постоять. Ну, я же вроде как тебе говорил. Нужно уходить. Такое световое шоу, весь этот дым точно заметили. Мы отлично сработались. Си, если ты был добр к Лите, значит, ты был добр ко мне. Грасиас, Дани. Встретимся в лагере.